В Краснодаре до конца дня ожидается ухудшение погоды. Метеорологи сообщают о надвигающихся сильных ливнях, которые в ближайшие часы могут обрушиться на краевой центр и пригородные поселки. Соответствующая информация об ухудшении погодных условий отправлена в диспетчерские службы внутригородских округов. Меж тем, завтра погода должна улучшиться. По прогнозам синоптиков, осадки будут местами, но такого дождя, как сегодня, не будет. А в воскресенье метеорологи ожидают пасмурную погоду. Хочется надеяться, что расписание небесной канцелярии не испортит настроение горожанам во время празднования дня рождения Краснодара.